4 октября 2023 год. Афоризм дня на сегодня будет такой. Опыт подсказывает. Не стоит к его подсказкам прислушиваться. Написал я 8 мая 2011 года. Этот афоризм, этот совет. Что у меня еще про опыт есть? Беда с опытом в том, что он то неоценимый, то непередаваемый. Еще про опыт. Бесценный опыт часто дорого обходится. Еще такой афоризм. С высоты опыта нехоженых тропок не разглядеть. С высоты опыта нехоженных путей не разглядеть. По-моему, так.